1 сентября двери для своих учеников распахнула академическая гимназия имени Максимовича Тверского государственного университета. За парты сядут более 350 ребят, в том числе 40 детей из губернаторских классов. В этом году для каждого класса линейки были организованы отдельно. Наши корреспонденты побывали на торжественных мероприятиях 5, 10 и 11 классов. Нарядные с букетами в руках пятиклассники начинают свой учебный год в стенах академической гимназии. В этом году это 29 ребят. Конечно, перед 1 сентября многие ребята волновались, переживали и заранее готовились. Много переживал, но мне все очень понравилось. Я хочу учиться. Надеюсь, все получится, очень буду стараться. Мы готовились очень долго и очень сильно переживали, в какой класс поступим, как будем учиться. Надеюсь, что будет все хорошо. Мне пока здесь никто не знаком, я только что познакомилась с девочками. Надеюсь, у нас все хорошо сложится. С днем знаний гимназистов поздравили почетные гости, пожелав им отличных результатов в учебе. Я надеюсь, что все у них сложится в Тверском государственном университете, в таком классном окружении, с такой богатой историей, с таким методическим потенциалом. Ну просто у ребенка не может быть, чтобы не сложилось все замечательно. Конечно, по сложившейся традиции для всех пятиклассников на линейке прозвенел первый звонок. Кстати, родители детей отметили, что отдали предпочтение гимназии из-за высокого уровня образования, индивидуального подхода к каждому ученику. Родители очень отзывчивые, они готовы нам помогать, всячески содействовать. Дети готовы учиться. Надеемся, что этот 5-й класс будет не менее талантлив, чем 6-й предыдущий класс. Сейчас гимназия считается одним из сильнейших учебных центров региона. Во многом потому, что входит в структуру госуниверситета. И почти все уроки преподают вузовские педагоги. Прежде всего, хочется поздравить наших самых маленьких мини-студентов, скажем так. Это наши гимназисты, пятиклассники, которые переступают порог не просто школы, не просто гимназии, а Тверского государственного университета. И, конечно, это налагает на университет огромную ответственность, потому что мы должны дать качественное, хорошее образование. У наших пятиклашек все только-только начинается. Пусть для них каждый звонок будет веселым и счастливым. К слову, в академическую гимназию приходят учиться из других школ в течение всего года. Поэтому прием в гимназию имени Максимовича идет непрерывно.